Привет, с вами Алмазик и... И кто со мной? Терри. Да, со мной сегодня Терри. И мы будем играть в Mad City. Так, а что ты вылетел с этой тарелки твоей? Я на прессуанерской базе. Смотри, здесь есть перевернутая. Но это и есть наша. Я там как раз таки и сижу. Ну, сейчас все будет. Опа! Все нормально. Давай, лети быстрее, 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 пока копы не пока копы не поймали, быстрее. Давай, давай, я пока что остановлю. Хотя нет, я останавливаться не буду. Быстрее, там копы улетели. Копы так быстро улетели. Тут все... Не заводится. Ща-ща-ща. Давай, 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 и полетели. Если что, Терри играет с компа, я с планшетом, да? Если что, Терри это мини-геймер. Зачем вот это вот? И принцесса тоже причем. Так что не надо писать в комментариях, почему твой канал называется мини-геймеры, если ты мини-геймер. Потому что со мной еще два мини-геймера. Вообще, никто Алекс еще хочет стать мини-геймером. Ура, мы сбежали. Мне кажется, они спалили то, что это была постанова, потому что у нас Микки красный. Да. Да, мы просто уже вылетели, у нас получился очень хороший момент, мы решили записать. Так, что будем грабить? Нет, сначала нужно на базу. А, ну да. Опа, там петушок? А у тебя есть такая машина? Нет. Сейчас будет. А что-то я не вижу там петуха. Мне кажется, он еще не заспавнился. Еще не собрали. Давай, выходим. Нам что, нужна хорошая одежка. Да вроде уже все, заспавнился петух. Возможно, в этой серии мы сможем. Это. Ну, я уже добыл тачку. Да. А вот я нет. Угу. Я вообще не разбираюсь в новой базе. Я не понимаю вообще. Все, я нашел. Бежим быстрее, там этот коп. Опа-па. Все. Все, все, все. Так, одежка. Одежка нашего Санса. Все, одели Санса нашего, старого доброго друга. Кстати, посмотреть сегодняшнюю серию выживания хакера. Так, я думаю, буду чарой. Раз у меня костюм Санса, значит, я должен как-то связан с Андертейлом. Так, мы продолжаем. И раз у меня футболка Санса, значит... Значит, и у меня должно быть оружие, связанное с Андертейлом. И я взял ножичек чары. Но это... Ой-ой-ой, я взлетаю. Без меня! А ты не знаешь? Куда? 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 Я тут, сзади. Вот он ты. Будешь яблоко? Держи. Я не вижу просто, я не... Какое яблоко? Ты с ума сошел? Обычное. Какое яблоко? Садись в эту. Давай, взлетай. Я сел. Полетели, как в «Звездных войнах». Так, давай грабить. Давай грабить. Сейчас проверим петушку. Давай банк ограбим.
Да, сначала петушарина. Знаешь, что самое неприятное в этой тачке? То, что она лагает. Взлетаем, идем на взлет. На месте? Я просто не заметил. Свежее утро. А что мы опустили? А, мы же банк собирались грабить, точно. Я пока что немножечко денег подформлю рядом с банком. Здесь, конечно, эту штуку оставили. Да, вот эти вот банкоматики оставили. Я же хакер, типа, выживание хакера, я взламываю эти штучки. А ты пока что там банк взламывай, дверь банка. Как? А-а-а. Я не хакер. Компьютер взломай. Ну, типа, ты же в выживании хакера участвуешь? А, ну да, точно. Все, мне дали 500 рублей. Мне дали 500 рублей. О, взломал. Молодец, а я как раз таки получил 500 рублей. Подойди ко мне. Я впервые что-то ограблю. Я умер. Ты серьезно? Был пацан и нет пацана. А я пока что... А мы тут с чуваком заложили бомбу. Так, все, мы грабим банк. Грабим банк. Происходит ограбление уже у нас. Я впервые в жизни что-то ограблю, тем более на видосике. Кстати, можно будет потом переселиться в джейлбрейк, проверить, что там. Ну да, кстати, там базу, если я не ошибаюсь, поменяли. Все, у меня 3К. Там базу вроде изменили, пресонерскую. Да, вроде бы. Посмотрим за полицейских, а то у нас карты не будет, и все будет тяжело. Как сказать, тяжело? Мне кажется, будет не так сложно. Ну, если Альберт даже не смог там мою карту получить. Опа-па-па-па. Так, пролазиваем. И я собрал, если что, 3 косаря. Я тебя буду ждать рядом с яйцом. Ну ок. Потому что мы с тобой поедем заправлять яйцо. А, вот, кстати, банк я ограблю рядышком. Эти штучки. Не, заправлять яйцо будет очень долго. Мы не сможем в этой серии. Ну, мы так, быстренько. Так, я сбегаю. А-а-а, почему лаги с дверью у меня? Так, я сейчас должен быстро принести на базу нашу. Я тебя вижу. А можешь меня отвезти? Сотка, я шапкался. Можешь меня отвезти на базу нашу? Не могу, тут супергерои, беги быстрей. Я прикрою. Окей. У меня просто 3 косаря. Если я продам, я получу... у меня будет 4 косаря. И, возможно, я что-то куплю. Мои первые косари... ну как, я сейчас уже с 1 косарем. Потому что у меня было 500. Что, меня супергерой только что не увидел?
Так, я почти подъехал, точнее, пробежался. Почти пробежался. Тебе удобно, потому что тебе не надо нажимать на кнопку скорости. Я на shift могу просто нажимать. Да. Вот в чем. Мам, тут, короче, банк у вас все еще открыт. Ну да, я сейчас почти добежал до нашей базы. Он меня выкинул из банка. Потому что он закрылся. Да, у нас записывается. Я уже подумал, то, что у нас не записывается. Супергерой! Супергерой! Пожалуйста, пожалуйста, супергерой, не надо. Пожалуйста, не надо, супергерой, меня убивать. Я же добегу. Это же правда? Е-бои! Е-бои! Я это сделал. Я ограбил банк. Я впервые ограбил банк. Это невозможно. Так, смотри, я сейчас... подходи к банку, я жду тебя на ласточке. В смысле к банку? Я вообще только что привез это. И тут супергерой рядом. Тут супергерой просто рядом. О, нет. Супергерой сейчас меня убьет. Уй! Меня убил супергерой, отлично. Я в тюрьме. Это лети в тюрьму. В тюрьму лети. Стой, я спрятался только что от супергероя. Я думаю, мы сделали ограбление. Я думаю, мы сделали уже много. Сбежали из тюрьмы, сделали ограбление. Первое мое ограбление, причем я еще никогда еще в Мэд Сити не грабил. Джейлбрейки грабил, но деньги не получал. А здесь я сделал все. В общем, стоп, мы же собирались еще в джейлбрейк. Погнали в джейлбрейк! Да, погнали! Процент. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. К сожалению, мы джейлбрейк не запишем. И всем пока!